Давайте все ж от зробимо таке порівняння. От, наприклад, нещодавно президент Зеленський він відвідав папу Римського. От і в інтернеті зараз існують дві фотографії. От коли, наприклад, був Петро Олексійович і його дружина, то між ними стояв папа Римський, і він не посміхався, такий серйозний був. А от зараз, коли був безпосередньо пан Зеленський зі своєю дружиною, то була така видна посмішка у папи Римського. То це ми можемо сприймати як більш такий позитивний рух. Як ви вважаєте? От... А кто у нас Порошенко? Кондитер, да? Ну, видимо, он папу Римского удивлял результатами своего труда справжним шоколадом. А справжний шоколад, он горький. Вот папа Римский, наверное, тоже немножко как бы пронял его шоколадом. Но у Зеленского другая профессия. Правда, в Украине не смешно. Ну, раз давайте как бы, уже затронул Зеленского профессию, анекдот в тему. Как раз вот встреча Папы Римского и Зеленского. Зеленского спрашивают после папы, встречи с Папой Римским, как встреча. Говорит, ну, встреча прошла в теплой дружеской обстановке. По большинству вопросов, ну, примерно половина, чуть больше, вопросов, которые мы обсуждали с Папой Римским, у нас полностью, вот мы сошлись, взгляды на 100%. Ну, остальные вопросы нужно еще обсудить. Я думаю, что мы там найдем тоже какие-то точки соприкосновения, что-то я папу смогу переубить, что-то может. Папу Римского спрашивают, как встреча с Зеленским. Говорит, я просто в шоке. Я просто в шоке, настолько как бы вот неадекватного человека я вообще никогда не встречал. Ну как же, Зеленский говорит, что вы нашли с ним точки соприкосновения по большинству вопросов. Да, но мы с ним обсуждали только 10 заповедей. Вот и все. Ну мы видим Зеленского, как не укради, так в стране воруют. Вот они рассказывают о нем, что, о том, что они поломали там схемы Порошенко. А где деньги в бюджет? Где деньги в бюджет? Ну, то есть, гривна, укрепление гривны обусловлено спекуляциями с ОВКЗ. Я других просто причин не вижу. При том, что в бюджете была дырка более 50 миллиардов гривен на конец 2019 года, которую они опять-таки закрыли эмиссионными деньгами через ОВКЗ. Где деньги? Ну, мы должны на своих карманах почувствовать. В конце концов, если ты поломал схему Порошенко в газовой отрасли, уже должен был газ подешеветь. Это же я говорил про импортный газ. А есть еще отечественный газ, себестоимость которого в добыче где-то на уровне 30, ну, там, 40, может быть, 50 долларов. И в этой себестоимости, там, на 50 долларах заложена в том числе зарплата, космическая зарплата руководителя этого Укргазводобывания. Там даже у секретарши зарплата больше 50 тысяч гривен. И это все заложено. 50 долларов. И сравните с нашими платежками. 8,5, если с транспортировкой все пересчитать. Получается, по нынешнему курсу, больше 350 долларов. Они покупают импортный газ по 173, они покупают, получают отечественный газ по 40-50, ну пускай 70 долларов, перемешали, держи народ Украины по 350. Где разница, как говорится, в тарифах? Где маржа? Куда она уплывает? То есть до смены президентов некоторые депутаты Верховной Рады озвучивали, что газовые схемы дают Петру Порошенко и его приближенным примерно 3 миллиарда коррупционных денег в год. С тех пор импортная конъюнктура изменилась. Импортный газ стал еще дешевле. Вопрос, где эти, уже, наверное, не 3 миллиарда, а гораздо больше, куда уходят эти деньги? Кто теперь является конечным бенефициаром этих схем? Зеленский? Гончарук? Кто? Кто? Или там Сорос? Ну, мы не Сороса не выбирали. Я вижу Зеленского, я вижу его премьера Гончарука, о котором он говорил, он уже, когда его спрашивали, кого будете рекомендовать премьером, кого выдвигать, он говорил, я не знаю фамилию, я еще не решил, но я точно знаю, что это будет гуру в экономике. Мы помним, да, записи этого гуру, я профан в экономике. Видим, что он профан в экономике. Он не то, что профан, он такой же дебил, как министр экономики. Но это характеристика, наверное, оценочное суждение.